Побежала. Ручку дашь? Идем прощаться с морем, да? Да. Монетку будешь кидать? Да, у меня две монетки. У меня за бабушку и за меня, а у тебя? А у меня за маму и за меня. И за тебя? Да. На пристань пойдем? Да. На причал, да? Да, не самый лучший. Да. Так никто наши денежки не достал. Да хорошо, хорошо. А то все вот ходят такие и бросают в море денежки с берега, да? Да. А другие достают? Да. А я вот нашла вот однажды вот одну денежку. И что? И она лежала на берегу. Выкинула море, да? Да. Ой, красотища-то какая. Пойдем сюда, в тенек. Да. Опа. Веточку. Аккуратненько. Видишь, какие елочки красивые. Ага. Какие шишки красивые падают, да? Да. Красота? Да. Вообще молодцы наши деревья. Молодцы наши деревья. Деревья нам выделяют кислород, которым мы дышим. Да. А море нам выделяет много позитивных эмоций, да? Да. Когда мы купаемся и ныряем. А представьте, а если бы деревьев не было, то и нас не было бы. Да. А там в мультике даже, там про деревья было. То, что там Каи, Лута там и Герда, и маленькая снежная королева. Они там и шли на пикник. И что? И потом они увидели... Потом, когда они пришли на то место на пикник, у них там плохо было дело. Плохо дело было? Да. Какое? То, что пират деревья срубил. Да. И капу расставил. Понятно. Ты далеко будешь кидать? Да. Очень? Да. Не упадешь в воду? Нет. Нет? Уже почти пришли, да? Да. Пойдем сюда. Вон море, красотища, да? Черное. Да. Красивое. Папа, что? Почему мы на другое море не ездим? Не знаю. А что? А куда? Ты в Турцию поедешь, там то же самое Черное море. Потому что Турция вон там где-то на горах. Да. Или вот это все горы, и мы были в Турции на горах. Нет, не в Турции. Турция с другой стороны. А, там где это? Там где моя подруга живет. Нет, там, где твоя подруга живет, Новороссийск. В Новороссийске? Да. А в Новороссийске есть такая гора, называется... Это, как там? Как? Куда я хочу поехать? Ты хочешь поехать? Да. Куда ты хочешь поехать? Ну, когда я? В горы? Нет. Ты любишь горы? Я люблю горы. Пончику? Нет, ноу. Ноу? А что это ноу? Я хочу другое поехать. В Египет хочешь поехать? Да. Ну хорошо, в поедешь. Есть такая гора, ее египтяне построили. Точно. А у них даже король был, который Кагазан устроил. Да? Да. А где Горочка? Кто? А где Горочка? Горочки уже нету. А должна быть Горочка? Должна. Да. Красота? Да. Жарко.
Морюшка, да? За горизонтом везде. А ты знаешь, как кидать монетку? Как? Это как камушек кидать далеко. Только да? Надо желание загадать, чтобы вернуться. Да. Ну вот, давай. Становись тут, загадывай желание, чтобы вернуться. С бабушкой сюда приехать, да? И кинуть купончику бабушку отвезти. Ой, молодец. А еще? Второе желание там какое? Там есть тиклая монетка. Да, второе желание загадала? Да. Вон там уже тиклая монетка. А вон там тоже. И вот там. Все, пошли. Попрощалась? Разулись? Пойдем. Ручку дашь? Хорошая морюшка. Холодная. Где? Глянь, какое чистое. Ага, хотя бы чистое, но еще и холодное. Чистое, красивое. А вон кораблики. А? Как люди здесь купаются? Ну как мы тут купались? Заходили и плавали. Все, попрощалась. Говори все, пока-пока, морюшка. Пока. Бери тапки. Пойдем к невидимке мыть. Там помоем, да? Да. Пошли. А я вот в прошлый раз стояла на дереве. Над кем? И что? И он на нее даже водить, на копилке. Не, на... Да? Да. Ай-яй-яй, какой жадина, да? Только ножки мочим. Хорошо? Да. Давай. Не, подожди, не так. Готово? Да. Не работает. Не работает, сказал уже. Да? И этот не работает. Ну все, тогда обтрушивай ножки и пошли. Обувайся. Давай руку. А то сейчас все обольет. Все, говори пока-пока, Морюшка. Пока, Моря. О, скажи, пока-пока, вай-файка. Пока-пока, Мура. Вай-файка. Морская. Ага. Красивенький какой, да? Купи котеночка. У тебя Гаврюшенька есть. Нет, я хочу котеночка. Котеночка? Да. Маленького? Котеночка. А ты какого хочешь? Рыженького? Маленького. Маленького? Черненького. Черненького. Котеночка. Все, попрощались с Морюшком. Котеночка. Ну вот, началось. С Морюшком, говорю, попрощались. Сказала пока-пока. За бабушку кинула монетку, за маму, за себя, за папу, за всех, да? Молодец. Какого котенка? Обычного, маленького, черненького. Черненького? Угу. Ну давай же в Москве, давай. Не в Москве, в Москве их нет. Как нет? Котеночка хочет. Котеночка хочешь? Давай у мамы спросим, давай, когда придем. Нет. Почему? Хочу. Пойдем собираться. Котеночка. У мамы спросим. Я сам этого всего не решаю. Хорошо? Котеночка. Кира Андреевна. Здравствуйте. Сегодня опять на канале Котики на Котике. Куда вы едете? Мы в Москву. Расскажи, что тут у вас есть? С моря. С Новороссийска. С Новороссийска. Что тут у вас есть интересного? 126-й поезд, купейный 11-й вагон.
Ну, показывай, что у тебя тут есть. Телевизор, да? Есть. Такой есть. Там светильничек. Светильничек. Да. Тайные, потайные местечки покажи. Еще наверху такие же есть. Потайная лесенка есть, да? И с другой стороны вот такая также. Так же, да? А наверху что есть? Наверху. Вторая и третья полка? Да. Вон там для вещей, да? А здесь что еще есть? Вай-файка и кондиционер. Опа. Хопа. Хопа. Лесенка. Хопа, хопа. Хопа, хопа, хопа. Вот эти вот штучки не нажимать. Это вызов проводника, ясно? Это свет, а это вызов проводника. Свет? Да. Включать, выключать. Здесь тоже есть потайные полочки, да? Да. Староватенькие, ну ничего. Это до ремонта. До ремонта, видишь это? Сейчас мама постелит, будет у нас тут красота. Году будем ехать уже после ремонта. Да. Как в том поезде, в котором мы ехали сюда, да? Да. Постелька. Постелька, постелька. Давайте откроем окошко и дверку. Давайте. Следуем второй этаж. Пошли. Лесенку мы уже отстегнули, да? Не страшно. Давай я буду за жопку поддерживать. Давай ставь ножку на лесенку. Вон вверху там ручка, видишь? Вон ручка, видишь? Вон ручка, видишь? Не страшно. Да давай. Не бойся, заползай. Держись за ручку. За ручку держись. Вверху. Вон вверху ручка, да. Еще раз на следующую ступеньку. Опа. Все, заползал? Да. Ну как вам там? Кондишн включили. Кондишн? Да, надо закрыть. По-моему, это сокушка. Не-не-не-не. Да нет. Кондишн. Кондишн не включали. Включили. Гудит кондишн. Класс. Комфортненько. Там еще третья полка есть. А? Но на нее залазить нельзя. Это полка для чемодана. Да? Да. А где путь вообще? От чего? От чего? Не знаю. Ну, он еще пока не включается. Наверное, вечером включат. А может, вот это кругленькое? Нет, это вот кнопочка. Вот это кругленькая кнопочка. Нет. Это, наверное, включается пультиком. А где пультик? Не знаю. Сейчас спросим. Не надо, спросим. Нравится тебе там? Ставьте в покое человека. Ложись. Ну как? Кондишн, полочка.